Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о новой серии умных светильников от компании CityLux. Это стильный Триест Smart CL737A. Коллекция с большим выбором моделей в модном, современном, геометрическом дизайне и широчайшими возможностями управления. Корпус светильников металлический, белого цвета, с несколькими слоями-ярусами светодиодных модулей, расположенных симметрично или с небольшим поворотом вокруг своей оси. Потолочные люстры треугольной и пятиугольной формы выпускаются в двух размерах. Люстры квадратной формы представлены двумя моделями с поворотом ярусов и двумя без поворота. Правильные, лаконичные формы. А что же с содержанием? И здесь все на высоте. Современные светодиоды с высоким индексом цветопередачи больше 85 RI. Увеличенный диапазон цветовых температур от 3 до 5,5 тысяч Кельвин. Сочная RGB подсветка. И все это с поразительными, беспрецедентными возможностями управления. Таких широких возможностей управления современными светодиодными светильниками по-прежнему нет ни у кого в мире. И это чистая правда. Управление со смартфона через фирменные приложения. Управление с помощью голосовых помощников Алиса и Маруся. Управление с четырехканального пульта дистанционного управления нового поколения. Управление с настенного выключателя. И еще одна особенность, которая делает коллекцию 3S Smart действительно запоминающейся, является то, что ярусы светодиодов светят теплым и холодным светом одновременно через один уровень. И при смене с пульта дистанционного управления цветовой температуры они меняются местами. Если вам такая особенность не по душе, просто удалите специальную перемычку с обратной стороны светильника. И вуаля! Теперь при смене цветовой температуры все ярусы светятся одинаково. Светильник поставляется готовый к установке. Тип крепления – планка. Пульт дистанционного управления с обычными батарейками 3А в комплекте. В дополнение к умным люстрам серии 3S Smart есть аккуратные настенно-потолочные светильники БРА. Две вот такие лаконичные модели квадратной формы. Без голосового управления пока. Которые отлично управляются с четырехканального пульта от люстр и с настенного выключателя. Вот эта модель, по аналогии с люстрами, может светить одновременно теплым и холодным светом через ступень. Отключается эта функция также удалением специальной перемычки. У второй модели, поменьше, этой функции нет. Малыши поставляются без пульта, его можно приобрести отдельно или воспользоваться пультом от старших моделей. Давайте ознакомимся поближе с этим чудом инженерной мысли и проверим, так ли они хороши. Управление со смартфона через фирменное приложение. В наше время уже сложно представить свою жизнь без любимого гаджета. Именно поэтому многие из вас по достоинству оценят возможность управлять светильниками, используя свой любимый телефон. Установив на смартфон фирменное приложение CityLux Smart и подключив к нему совместимые источники света, можно полноценно управлять всеми возможностями подключенных светильников, имея доступ к сети интернет из любой точки мира. Доступно регулировка яркости цветовой температуры основного света, управление цветом и яркостью RGB подсветки, возможность создания режимов работы по расписанию и индивидуальных сценариев. Функционал широчайший, причем управлять из фирменного приложения можно несколькими домами. А теперь, друзья, наиболее приятный режим управления – управление голосом. Алиса, привет! Здравствуйте! Светильники на потолке мы расположили в виртуальных комнатах. Гостиная, спальня и кухня. Каждый ряд – это одна комната. У каждой комнаты имеется два вида освещения – основной свет и подсветка. Они также расположены в ряд. При помощи голоса можно управлять умными моделями во всей квартире, всеми светильниками в определенной комнате, Алиса, стоп, а также одним или несколькими конкретными светильниками. Сейчас подробно рассмотрим все варианты. Алиса, выключи свет. Алиса, включи свет. Мы видим, что команды выполняют все умные светильники. Так как не была указана конкретная комната, то управление ведется всеми устройствами. Алиса, включи теплый свет. Отлично. Меняет свет. Молодец. При команде не названа комната, значит управление идет всеми светильниками в квартире. Теперь покажем управление всеми светильниками в одной или нескольких комнатах. Алиса, ну-ка включи зеленый свет в спальне. Окей. В
команде прозвучало название комнаты, значит, включаются все светильники в конкретной комнате, в данном случае в спальне. Алиса, включи холодный свет на кухне и в гостиной. В команде указаны две комнаты. Мы видим, что включаются все светильники в выбранных комнатах. Теперь покажем управление определенным светильником в одной из комнат. Алиса, ну-ка включи подсветку в спальне, теплый свет. Меняю цвет. В команде указано название комнаты и название светильника. Поэтому включается только одна люстра в конкретной комнате. В данном случае в спальне. Также можно управлять целыми группами светильников, не учитывая их расположение по комнатам. Например, Алиса, включи теплый основной свет. Меняю цвет. Великолепно. В команде не указана комната, а указано только название светильника. То включается теплый свет во всех люстрах, независимо от комнаты. И самое главное, управление интуитивно понятно, друзья. Не нужно запоминать никаких команд, как будто вы просто общаетесь со старым верным другом. Правда круто? Более того, можно настроить разные режимы света и включать их определенной голосовой командой, которую вы также записываете в сценарии работы Citilux Smart. Например, вы собрались уходить из дома, и чтобы не выключать вручную свет, вы просто говорите: «Алиса, я ушел». Окей, поехали. И вуаля, свет во всем доме выключен. Очень удобно. А когда возвращаетесь домой, можно сказать: «Алиса, я дома». Просто волшебно, и снова во всем доме светло, кроме в спальне. Ну, в общем, я так и задумывал. Теперь про пульт. Кстати, он здесь тоже очень умный. Пульт, входящий в комплект, уже привязан к своему светильнику. Управление идет по радиоканалу. Направлять пульт во время нажатия клавиш в сторону светильника не нужно. Управлять с помощью одного пульта можно неограниченным количеством светильников, совместимых с ним, прошедших процедуру привязки. Возможно, это на расстоянии до 20 метров. Управлять можно как всеми светильниками синхронно, так и отдельными группами. Есть 4 кнопки памяти: M1, M2, M3, M4, на которые можно сохранить свои настройки света. Есть 4 выделенных канала: А, Б, С, Д, к каждому из которых можно привязать несколько светильников и синхронно управлять ими. А еще пульт различает, представляете, короткое и длинное нажатие. Например, кнопка OFF. Короткое нажатие — выключаем все светильники сразу. Длинное нажатие — выключение отсроченное на 20 секунд. Засекаем. Да, назначение кнопок интуитивно понятно. А если вдруг возникнет, совершенно случайно, вопрос, с обратной стороны находится QR-код, отсканировав который с помощью вашего смартфона, перейдем по ссылке к виртуальному пульту с подсказками о назначении кнопок. Очень удобно, понятно и всегда под рукой. Отлично, уложился в 20 секунд. Подробная видеоинструкция о возможностях этого крутого пульта находится по ссылке. Предварительно сохраненные на кнопках памяти пульта любимые настройки света можно включать с настенного выключателя. Если интервал между переключениями менее 2 секунд, режимы включаются в следующей последовательности. Первое включение – режим, сохраненный на кнопке памяти M1. Затем M2, M3 и M4. И далее по кругу. Если интервал больше 2 секунд, то включится режим, сохраненный на кнопке памяти M1. Светильники серии 3S Smart бесспорно хороши и, к счастью, не одиноки в своем роде. Ведь в экосистему Citilux Smart входят и другие коллекции с разнообразным дизайном, число которых неуклонно растет. Это позволяет оформить помещение в разных стилях и пользоваться одной удобной системой управления во всем доме. Вот это да, какие-то просто безграничные возможности. Я вот знаете, о чем сейчас задумался? Алиса, как я жил без Citilux Smart раньше? Постоянно задаюсь этим вопросом.